Приветствую вас на моем сайте. Меня зовут Вика, и я эксперт по сервису Яндекс.Дзен. Мой заработок в этом сервисе уже превышает 100 тысяч рублей в месяц. И на своем сайте я представляю обучающий курс, с которым даже новичок, воспользовавшись моей инструкцией и советами, сможет зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц. Я не хочу давать ложных обещаний и скажу честно, что такая цифра будет не с первого месяца. Ведь в реальной жизни так не бывает, что человек без опыта и навыков вдруг внезапно становится миллионером за один день. Такое только в промо-роликах у горе-бизнесменов. Но я в эти сказки не верю и вам не советую. Однако уже через пару месяцев вы можете рассчитывать на доход в 30-50 тысяч рублей. Если у вас есть энтузиазм и вы решительно настроены, то я помогу направить вас в нужное русло и научу хорошо зарабатывать на Дзене. Давайте расскажу, что это за сервис и на чем будет строиться наш заработок. Это сервис от компании Яндекс. Он называется Яндекс.Дзен. Там предлагается людям актуальная информация на разные темы. И он собрал вокруг себя огромную аудиторию. Это более 10 миллионов человек ежедневно. Конечно же, там, где есть такое скопление людей, крутятся и хорошие деньги. Не переживайте, речь не идет о партнерках или инфобизнесе. Это все не для новичков. А я предлагаю кое-что более реальное и доступное для обычных людей. Доход будет идти с размещения на сервисе контента. Примерно как здесь, вы видите. Притом приносить деньги он будет по возрастающей, постоянно и регулярно. Конечно же, просто так взять и зарабатывать тут не получится. Для успешного старта нужна четкая система, а для контента, который приносит хорошие деньги, необходимо использовать некоторые фишки. И дать в курсе вам всю эту информацию – это одна из моих основных задач. Теперь давайте посмотрим на один из моих каналов. На вид он достаточно прост, но ничего кроме контента ему и не нужно. Тут находятся мои статьи, а здесь вы видите мой текущий заработок. Деньги начисляются с каждого просмотра, и наблюдать за ними очень приятно. Давайте обновим страницу. Давайте еще раз ее обновим. Как видите, баланс мой увеличился почти на 50 рублей, точнее на 49 рублей. Давайте еще раз обновим, посмотрим, что будет. Ну, не так эффектно получилось, но тем не менее плюс 4 рубля еще на балансе прибавилось. И самое главное, мне удалось вам показать, что деньги начисляются постоянно, в течение дня и даже ночью, пока я сплю. Почти 15 тысяч рублей – это мой заработок только с этого канала за последнюю неделю. В общей сумме мои каналы приносят не более 100 тысяч рублей в месяц. Вывод достаточно прост, для этого нужно кликнуть на баланс. У меня выбран простой заработок, о том, что это такое, я подробно расскажу в самом курсе. Сейчас нам главное эти средства вывести, чтобы вы увидели, что все реально. Для этого необходимо нажать «Вывести деньги». Я буду выводить на Яндекс кошелек, поэтому его выбираю в всплывающем меню. Пришлось немного промотать время, потому что вывод не моментальный. Как видите, пришла мне сумма 14 417 рублей, это уже с учетом всех возможных комиссий. К тому же, важный момент хочу напомнить, Яндекс.Дзен сам выплачивает за вас все налоги в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. То есть это полностью легальный заработок, у вас будет белая зарплата, и вы можете быть довольны тем, что вы зарабатываете в интернете и получаете официальную зарплату. В общем-то, на этом все. С вами была Вика Самойлова. Очень надеюсь увидеть вас среди моих учеников. До новых встреч!